В эфире «Вестник Северодвинска», и мы продолжаем. В обмен на пакет с мусором горячий чай. Большую уборку в эти выходные навели на Ягринском пляже и в Сосновом Бору. На берегу активисты разместили настоящую юрту, а всем желающим раздавали мешки под мусор и перчатки. В большой уборке поучаствовал мой коллега Сергей Курбан. Субботник – это зачастую добровольно-принудительное мероприятие. Так решили северодвинские активисты и идейные вдохновители фестиваля Тайбола. На уборку пляжа и соснового бора острова Ягра они вышли с собственной юртой и другими атрибутами фестиваля, чтобы сделать работу действительно интересной. Пригласили всех северодвинцев. В основном пришла молодежь. Эти ребята говорят, теперь весь мусор после пикников у моря будут уносить с собой. Устали очень. Люди... Это очень тяжело, не надо. Много мусора собрали? Много, там еще очень много. А в основном, где больше, на пляже или вот? Больше там. Мусора в самом бару оказалось действительно предостаточно, но не все отдыхающие оставляют после себя мусор. Эти школьники тщательно прибрались после пикника. Ну а кто-то совместил поход за грибами со сбором мусора в бару. 30 минут. То есть за 30 минут целый пакет? Если верить экологам, скорее всего, течение вынесет вот этот кусок пластика в Тихий океан и прибьет к громадному острову из мусора размером с американский штат Техас. Но это если думать в глобальном плане. Если же мыслить более узко, то такая уборка в Северодвинске, здесь вот за час собрали около 20 мешков, такая уборка сможет сделать наш пляж и бор острова Ягры чуть чище. Здесь, мне кажется, скорее больше информационная составляющая. Конечно, нужно Ягры убрать и нужно прибрать, но вот мы, грубо говоря, 10 человек какой-то мусор собирает, и 30 человек здесь пикникуют рядом. Посмотрим, что останется от пикников. Вот очень надеюсь, что люди, которые видят этот сюжет, наши горожане придут, помогут и пособирают мусор. Даже если вы придете сюда и нас здесь не будет, ничто не... Очень нетрудно взять с собой мусорный мешок, собрать пластиковые бутылки, они ничего не весят. Уборка на Ягринском пляже продолжилась до позднего вечера. Собрали больше сотни мешков с мусором. В ближайшие день-два их вывезет с пляжа техника спецавтохозяйства. В эту субботу Илья Кузубов и его соратники планируют провести еще одну большую уборку у Театрального озера между мостом на проспекте Труда и детско-юношеским центром. По задумке, там даже появятся скамейки. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.